утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Доброе утро, мальчики и девочки. Так, а где же она? Куда же я ее дела? Вот она, солонка, вот. Леонардовна! Да-да! Ну что, нашла? Нашла, енот-еноточ, несу! Ой, как же это я соль рассыпала? Это, помнится, какая-то скверная примета. Кажется, это к ссоре. Беда! Леонардовна, ну ты что там застряла? Неси соль скорее! Ой, да сейчас! Так, с кем же мне ссориться-то предстоит? Не иначе, как с енот-еноточем! Ну, конечно же, с ним, а с кем же еще? Ну, не с малышами же, в самом деле. Ой. Леонардовна! Да! Ну, что это с тобой? Ссориться будем? Чего? Ну, давайте, начинайте. Да не хочу я с тобой ссориться. Придется, дорогой енот-еноточ. Это еще почему? Да потому что я соль просыпала. Вон, видите? Вот. А это верная примета. Подумаешь, соль просыпала. Да мы ее сейчас соберем и супчик-то посолим. Нет, не надо собирать. Надо ссориться. Да ты что, Леонардовна? Не с той ноги, что ли, нынче встала? Подождите, как вы сказали, не с той ноги. Ну да. А ведь верно. Нужно ведь с левой, а я с правой. Или наоборот. Ой, в общем, не с той. Теперь весь день на смарку. Да не дури, ой. Леонардовна, глупости это все. И ноги, и соль, все глупости. Суеверие. Ой, енотыч, тетушка Матильда. Да что так? Ой, поздравьте меня. Я вот письмо от Мурки получил. У меня племянник появился. Да что ты, поздравляю. Да, симпатичный такой, черненький. Какой? Черненький, чернышом назвали. Вот так. Ну все одно к одному. Черные кошки к несчастью. Ой, да брось, Леонардовна. Какое же это несчастье? Это счастье. Малыш родился. Надо этот день запомнить. Так, 13-е число. Как 13-е? Ой... Воды. Эй, Матильда, ты что это? Тетушка Матильда, вы заболели? Ой. Енотыч! Да, не иначе заболела. Да? А болезнь это знаешь, Коксик, как называется? Как? Суеверием, вот как. Да? Надо бы Матильду скорее от этой болезни вылечить. А как? А вот слушай. Понял? Понял. Давай. Леонардовна? Да-да. Леонард, давай, приходи в себя скорее. Пора ссориться, давай, начинай. Я на вас сердита. Неубедительно ты, Леонардовна, ссоришься. Видно, мало ты соли просыпала. А, так я сейчас добавлю. Опа. Подождите, ссорься, Леонардовна. Что вы делаете, друзья мои, что вы делаете? Мурка идет с племянничком Чернышом. С кем? С Чернышом. А Черныш-то не один. Раз, два, три. 13! И все черные. Прячься, Леонардовна. Черныши идут. В дверь стучат. Сейчас поссоримся. Нет, подождите. Что? Ну вы что, смеетесь надо мной? Кажется, дело пошло на поправку. Да. Не, Леонардовна, мы не смеемся. А что? Мы улыбаемся. Тетя Матильда, вы сегодня только про приметы и говорите.
говорите. Вот мы с енотчим и решили вам помочь. Да. Ой, большое, большое вам спасибо. Спасибо, что напомнили о том, что суеверие – это глупости. Совершенно верно, Леонардовна. Самые настоящие глупости. И совершенно все равно, с какой ноги вставать. И нет ничего плохого ни в черных котятах, ни в числе 13. Ой, а что это там разбилось? А, да это, наверное, зубок тарелку разбил. На счастье! Если веры нет и доверия, то приходят к нам суеверия. Да чего же они неприятные, непонятные и невнятные? То котят чернышей мы пугаемся, понедельника опасаемся. То с ноги не той встать стараемся, с полдороги не возвращаемся. Вы не верьте, друзья, в суеверия. Пусть не будет у вас к ним доверия. Суеверия неприятные, непонятные и невнятные. Ну что же, пора прощаться с ребятами. Да. До свидания, друзья. И никаких суеверий. До встречи. До свидания, дорогие мальчики и девочки. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит к нам.